Колоссальное значение сейчас приобретают брови. Вот вы мне извините, Людмила Прокофьевна, раз уж у нас такой разговор. Вот, например, ваши брови. А что мои брови? Ведь это же неприлично. Если у вас так густо растут брови, надо же с этим как-то бороться. А как с этим можно бороться? Ну, надо выщипывать, прореживать. Чем? Ну, хотя бы рейсфедером. А, рейсфедером? Ай, милый мой, это же больно. Ну, вы женщина, потерпите.